Ну, как я и говорил, очередь. Поэтому нужно вытащить сначала. Стой, 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 не разрывай. Ты что делаешь? Я же тебе сказал, как они вытаскиваются. Вот каждая, Владимир Иванович. Вот, вот. Вот они, каждая. И вытаскивай. Альбом-то рвать не надо. Пусть останется на память. Червонца. Здесь есть. Вот, вытаскивай. Вот, в каждой, каждая. Она каждая запечатана. Так же нельзя достать. Наверное. Говорил тебе, сразу вытащи. В очереди-то неудобно, наверное. Люди ждать не будут тебя. По одной, потихонечку. Не рви. Во. Одной рукой помогай, другой вытаскивай. С руки сейчас выпадут. Положи сразу их в карман. Зачем? Ну, с руки сейчас выпадут, все не вытащишь. А так же нельзя, Саня. Все в одну руку не вытащишь. Вот так вот потихонечку все по одной тяни. Юбилейные все, друзья. Четвертаки, червонцы. Каждый в кармашке, как у нумизматов. Во. Следующий таким же макаром. Перелистывай. Перелистывай. Вот кармашки, я ж тебе говорю, вот. Здравствуйте. Фотомонетка тебя балует, как положено. Так же нельзя, Сань. А как надо? А? Как можно? Сказал тебе, сразу вытаскивай. А тут ты с альбомом там будешь в очереди стоять. Так и получилось, так как я и сказал. По 25, да? Наверное. Эти четвертаки, да. А те червонцы. Следующий листок. В карман положи, сейчас высыпятся все. Высыпятся, Владимир Иванович. Да ну, высыпятся. Ну, в руке не удержишь. Смотри, там еще много. Вот. Вот тебе и да ну. Карман положи, сейчас высыпется с руки, я же тебе говорю, Владимир Иванович, что ты меня не слушаешь? Как не слушаешь? Не напихаешь ты в одну руку сейчас все. Ну так же нельзя, Сань. Ну делай, делай. Считать тоже будешь? Угу. Это займет еще определенное время.
Во. Все по одной. Все, места в руке нет. Сейчас высыпется. Ложи в карман. Смотри, чтобы не высыпали с кармана теперь. Во, вот так поудобнее. Все же лучше, Владимир Иванович, чем приклеенные к банке. Так же сай нельзя. Сай. Наверное. Весь день у тебя так нельзя сегодня. Можешь тебе помочь? Зачем? Ну, чтоб побыстрее. А? Да сейчас вытащу. Карман ложи. Ложи, сейчас посыпется из руки. Так же нельзя. Наверное. Сказали нам сначала вытаскивать, а потом подходите. Как я и говорил. Стой, стой, стой. Аккуратнее. Не рви. Подожди, я помогу тебе. Что ж ты рвешь? Вот так вот загибаешь и вытаскиваешь. Вот пальцем. Стой. Подожди, стой. На эту сторону. Вот здесь с каждой стороны. Альбом весь разорвешь. Ты прям готов альбом весь разорвать, Владимир Иванович. Зачем? Ну, поаккуратнее. Так же, Сань, нельзя. Наверное. Сань. Погодка у нас сегодня нормальная. Дождя, слава богу, нет. А так дожди замучили, конечно. Все лето дожди у нас. Ну и подписка с вас, друзья. Лайки ставим. Не забываем про телегу, про инсту. Канал у нас в Ютубе один. Повторяю, вот этот канал. Все остальные каналы не наши. Фейки и мошенники. Будьте внимательны. Потому что наебывают людей от моего имени. Какие вопросы будут, пишите в личку, в Телеграм, в Инстаграм, в ВК, Одноклассники. Отвечаю всем и каждому.
Не рви только, поаккуратнее. Да не рву. Да я понял, поаккуратнее. Дай сигарету. Здорово были. На. Ты, наверное, что-нибудь одно сделай, Владимир Иванович. Потом покуришь. Одинаковые. Здорово, Жорик. Здорово. Как у тебя? Нормально. В Телеграм выложишь? Везде. И в Ютуб, и в Телеграм поставлю. Там посмотришь. Не рви, не рви, поаккуратнее. А ты что, Жорик? Катайся? Да. Ну, правильно. Ну, в телеге посмотришь. Там поставим. Юбилейный, да. Ступино. Московская область. 18. В телеге найдешь, Жорик, посмотришь. Что там, почти все? Угу. Так же нельзя, Саня. Ага. Я слышал уже весь день сегодня. Карман ложи, сейчас посыпется с руки. Дядь Володь. Неудобно с руки, ж говорю. Не разрывай, вот, поддеваю ее сюда и все, да. В карман ложи, говорю. Посыпется сейчас, Владимир Иванович. Угу. Да положи ты в карман вот эту горсть. В другой карман. Сейчас с одного посыпется. Зачем? Ну потому что я вижу уже так, так и будет. Так же нельзя. Наверное. Сейчас с кармана будут сыпаться. Зачем? Будешь собирать под лавочкой потом. Держи. Пятнадцать минут достаешь, Владимир Иванович. Вот так же нельзя, наверное. Альбом куда? Альбом в пакет ложи. Да? Ну? Пригодится, пусть лежит дома. Вечерник взять? Да смотри сам. А? Как тебе угодно будет. Ну все, заканчиваем. Ну и ждите третью серию. Сейчас пойдем в магазин. Всем добра, друзья.
Все. Почти все. Дай посмотрю. Вот такой вот подгон. Пускай так и будет. Все, пойдем в центральный? Ага. Сейчас ветчины возьмем. Лимонад купишь? Ага. Ну, докуривай ты пойдем. Ложи в пакет туда. Едем дальше.